power, be careful. Слышим мы подсказку для Морица. Разыгрывает угловой тайм. Пяткой пас. Это Кирилл Камбаров. Подача. Опасно. И 1-1. Сравнивает счет Том. Блестяще все получилось. И забивает Огнен Враньеш. Прекрасно разобравшийся в чужой штрафной. Неожиданно. Уже, казалось бы, удалось Рубину отобраняться в этом эпизоде. Смотрите, какая здесь была высокая концентрация футболистов. Подача. И вот здесь промахивается ногой мимо мяча. Совершенно по-дурацки Максим Канунников. Это было настолько неожиданно даже для своих партнеров, что никто просто не успел сразу закрыть Враньеша. И тот с очень близкого расстояния отправляет мяч в ворота Рыжикова. 1-1. Немного везет Томи, но, как мы помним, действительно, Томи уже далеко не первый раз создавал опасные моменты. Так что пора было бы и попасть в створ. Это первый удар в створ ворот томской команды в